Всем привет, ребята! Вы на канале Traveling Trader, и сегодня буду проходить Майнкрафт-карту Minecraft The Mountain. Это, похоже, я так смотрю, это какая-то книжка от Mojang. The Mountain. Интересненько. Minecraft The Mountain Available Now. Так, там Twitter и все остальное. Ну что ж. Погнали проходить теперь саму карту. Но перед началом видео не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. После подписки жать на колокольчик. А мы погнали проходить эту карту. Так, нам сюда подойти. О, прикольненько. Нам историю какую-то рассказывают. If you found yourself here, then you know about the strange block-built world around you. Our adventurers spawned in the ocean, all alone. Learning to survive on the island not only taught them about this world, but also about themselves. And if you didn't know that, now you do. But enough about the past. Let's talk about the here and now. Our journey starts with venturing west to find answers. Where did our adventurer go? You'll be following in their footsteps. Somewhere out there must be the answers to my questions. Your questions. That's why you've left the comfort of the island. Who knows what you'll find or discover? Here is where your journey begins. Надо было... А у меня и так предельный ученков. Почему у меня так много их стоит? Так, поменьше поставь. Все поплыли. Короче, я тот, кто, так сказать, приехал изучить этот остров. То есть он раньше был, как вы видели, таким красивеньким, зелененьким, а сейчас вон он какой заледеневший, все. Такой так был. Лопата, компас, жареная говядинка и медь железная. Что на мне? А, железная броня. А я в железной броне не замерзну, не? Мне казалось, там чан какой-то был обрезан, как-то странно сделано, немножко подводный, ну ладно. И еще как-то странно, прям так идеально все вырезано. Остров так лично приплыли. Вылазим, я жду лодку с собой забрать. Или пустую, хотя давайте с собой заберем. Отдавай, отдай мне лодку. О, все, забрали лодку. Погнали. Так, меч на готове будем держать. Так, нам куда? Ну, тут между... Вот только один. Так. Тут, если что, это Bedrock Edition, тут надо кликать. Так, все. А, нет, 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 нет. Куда, куда? Да, как? Стоп, а как к ним подойти? Да я к ним никак не подойду. Давайте вы поедете между собой. Отлично. Так, иди отсюда. Там же. Все отлично. Стоп, а еще зомби. Так, чего? Да что ты мукаешь, а? Их не убить, их не убить, их не убить. Так, типа, кушай. Их слишком много, их не убить, их не убить. Вот же, смотрите. Да-да-да, их не убить, не убить, не убить. Быстрее бежим, 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 бежим. Почему сразу же нельзя было пробежать? Так, мне кажется, туда-то я вижу. Опять эти скелетроны. Аккуратненько. Пробегай быстренько. Бежим, 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 бежим. У меня сейчас замедление. Это меня аж куда-то оно выходит, идет. Так что это у нас тут какая-то... Пещерка, ай, давайте скушаем. Мясочка. Так, мне же сюда выходит. Тихо. Ай, пол хп, пол хп, пол хп. Как я выжил. Да хватит мукать. Ай, о, что это у нас? Только нет, нет. Что же мы тут же, ладно. Какие-то ступеньки куда-то под землю. О, книжка. Понятно, это какого-то книжка выжившего. Хорошо. Версачок. Ладно.
Тут лежит в сундуке. Серьезно, то есть это выживший, то есть он тут выживает, но у него ничего нет в печках. Серьезно? Ладненько. Ну, на кого тоже ничего. Ладно. Закроем двери, побежали дальше. Аппетит, честно, гулял. Ой, бежит. Бежим. Вылез. Слышь, да хватит мокать, молять. Так куда нам дальше идти? В смысле? Мы так только пробовали, что уже утро настало? Интересно, интересно. Так, head toward the light. Во, мне вот туда нужно, мне туда нужно. То есть light, то есть свет. Да хватит мокать. Хорошо. Такое чувство не умеет развивать, только мы. Значит, сюда. Стоп. Что у нас? It's... Окей, тихо, я думала, ты не настоящий лак. Ак, нельзя потушиться? Не, нельзя. Давай не зари только. It is a refuge, you seek под ковер. Safety is only a... Что-то под цветком, короче, должен находиться. Цветок. Ну и что? Как не поважно? А, вот лопатой. Во! Ой! Куда? Давайте так сделаю. Во. А the mountain. То есть гора. Суп лавостика. Во, как можно только убахать Майнкрафт мышкой. Ладно, не буду. Ну все, хватит, покажите. Ну зачем там лаву убрать? Покажите. Как она убрать? Ну, верни меня. Оп, вернул, спасибо. Все отлично. Так, я думаю, а поставить я назад не могу. Я только могу назад залить. Лаву, да, не нужно. Я не думаю, что нам нужно. Мне понадобится лава. О, дверки. Дверка закрылась. Так. Что у нас? Минус, непонятно. О, свет. Ой, лагал. Так, еще одна книжка. Что у нас? Ну, опять свет. Я не сильно хочу читать. Так, я уже думаю, тут можно брать это все. Доступ поставить сюда. И рассмотреться, куда это мы попали в такое интересное место. Алмазный инструмент. Причем. Стоп. Я хочу выйти. Я хочу. Ча, подождите. Я хочу выйти. Да, ну. А я понял, вот этот речь. Нет, я не туда нажал, я не на ту кнопку нажал, сейчас горю. Так, где тут можно потушиться? Дайте мне воды срочно. Воды. Все потушиться. Все, еще книжки, да не буду их читать, зачем? Я не думаю, что это очень интересно. Так, свет, хорошо, посмотрим. Еще свет. Туалетик. Ничего. Водичка, краник. Свет еще. Ладно. Слушайте, видим, сколько инструментов разненьких. Там же лава уже пропала. Да, отлично, лава уже пропала. Бежим, я там какую-то видел проход. Не проход, а типа смотрю в пещеру. То есть как-то на закат. Я сейчас типа по истории тот, кто пришел изучать этот остров и нашел, то есть по игре вход в какую-то пещеру. Ну, сюда нашел, значит, ого. Только теперь мне опять все бегать придется. Бежим сюда. Чтоб меня там ничего не нашел, зальем назад всю лавой. Так, тут нет двери, я там все пришел. Нам сюда. Ого! Что это за здание такое? Так это что? У нас компас? Стоп, у меня аж был в инвентаре компас. А что он мне? Где он? Да он делся. Хе! О, это куда-то... Не, я думаю, не сюда. Все отлично. Я свет включил, только ярко сразу же стал. Ай,
Я слышу попугайчиков. Ну, давайте смотрим. Я уверен, что какой-то потайной штука на пальцах темновато. Врубаем свет. Свет. А, понятно, тут у нас ферма. Так что у нас тут дальше? Курятник, курица выбежала. Ну, иди назад. Сколько тут яиц? Так, стоп, а я хочу знать, что это за штука у нас такая? Что тут крыс, там что-то есть. Ладно, не кроем. Пока никто к нам не попал. А это курицам свет вот этим зачем? Пусть у куриц свет будет. Тут, кстати, свет врубим. Везде, чтобы было светло, ярко и прикольно. Эта карта называется Minecraft The Mountain, поэтому можете скачать и играть в нее. Как ее скачать, я уже объясняю сотню раз. Заходите на Minecraft Bedrock Edition. Потом заходите в Marketplace, точнее, типа в магазин Minecraft. Там забивайте Minecraft The Mountain, и вам выбьет такую карту. Прикольненькую. Так, мне пока сюда. Книга. Это что у нас? Прохождение. А. Мне нужно собрать еду. Ладно. Хорошо. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as me. Мне нужно засадить же все правильно. А семян как? Правильно, мало, очень мало. Поэтому я, наверное, суп уже ломаю. Да, Саша, ну, да мне даже семян не хватает. А, нет, что тут? А, как раз идеально, все. Теперь нам нужно собрать грибочки. А грибочки у нас нет, если стоптал. Отнести еду на склад. Ты это уже какой-то пришел называть себе домой расклад. Эсви, на зомби, что ты там делаешь? Я, конечно, ничего не против. Но это моя хата. Ой. Я случайно какого-то убил зомби с тегом. Ладно. Свинки. Пеппы. Какие-то бомбы. Мне кажется, сюда же. И куда мне относить? Вот тортик. Вкусно. Сюда мне относить? Сюда. Господи, какие тут размеров это здание. Тут лава вообще. Лавина. Куда мне отнести? Ресторку. Куда мне отнести еду нужно? Может, мне все-таки на эту лестницу нужно километровую? Так, что у нас? Ну, тут у нас ничего нет. У нас тут что-то. Есть какая-то душевая, не знаю. Да это реально какой-то целый дом в горе. Очень... огромный тем. Сколько? Да хватит этот, ну умоляйте. Эколка. Так, что это у нас? О, свет обязательно. И мы вышли на этот верхний этаж. Какие-то зелье варенье. Лена, мне карта понравилась. Карта прикольная. Карта хорошая. Я одобряю. Мне карта понравилась. Поэтому заходите и играйте. Не знаю. Наверное, что да, вниз отнести. А давайте спустимся по-быстрому способу. Вотердроп. О, попал. Поэтому все-таки, наверное, куда-то... Ой, там все засадил. Засадил, хорошо. Так, мне же по логике туда сюда же отнести. Не знаю, что тут. Семена правильно сделал? Или какой-то у меня же компас появляется.
Во! Появись! Давай! Во! 5. Ну ладно, извиняюсь, курицы. Ну так надо, 8 тут нет. Так, все побежали. Go to the tour. Это мне куда бежать? Да, вот туда правильно. Значит, я что-таки все-таки что-то и правильно делаю. Сюда. Дальше. Неужели мне надо принцесс перекоптить мясо? Да. И что? Да, мне, значит, какую-то иглу идти. Если карта так говорит же. О! Хватит зверить. Бежим. Так, и сюда посмотрим, куда. В смысле, нам мясо. А, нам вот в ту сторону или куда? Я что-то не понимаю. Вот сейчас реально что-то либо очень сильно туплю, либо я не понимаю, куда мне идти. Куда мне дальше? А, вот мне в ту иглу, все, я понял. Сюда. Вот, мило, как всегда, второй читать не собираю. Наступила ночь, мне что? Кулак ресурс, ас. А еще тут. А можно и так даже было. Так теперь мне нужно вращать зеленую, живишь там крышку. Да опять ты мычишь, как корова. Я не буду на обращать на них внимание. Поспешимся. Гоу. Не попадете вы в меня. Не дойдете вы ко мне. Побежали с медленностью. Побежали. Нет, опять ничего ломать не могу. Сюда сократим путь. Мне же куда? Сюда или... Стоп, а мне куда сейчас? Куда мне? Компас. Что мне делать? Тут спальню найти или что? Find the room to rest until morning. А, я понял, кажется, про какую комнату. Помните эту лестницу? То там, по-моему, это было. Стоп, картина? Не, ничего не надо, ладно. Повесим. А я не мусай, ладно. Оставляйся там. Оставайся там. Не правильно? Я других комнат, кроме тут ничего не знаю. Там же нет ничего, да, нет ничего. Это же не про эту комнату, наверное. Или вообще мне место поспать тоже. The Ice Cube. Это что, какой-то... Visit the room with the iron. А мне туда. То есть это уже какое-то другое вообще продолжение этой карты. Мы прошли The Molding, а сейчас мы, похоже, в ад будем отправить. Просто из-за железной двери именно адский портал видел. Я же ад думаю. И стоп, вот железная дверь тут. Нас у меня. Или стоп, а где она? Я ее потеряла. Где у нас эта железная дверь? Не хочу читать. А, вот тут. Вот тут где-то. Вот, да, вот она.
То есть мне теперь придется куда-то в другое место бежать. Ну, похоже, так. Ладно, ребят, тогда на этом видео буду заканчивать. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, пишем интересный комментарий. Комментарий, который понравится, лайкну. Что еще вам может такое интересное рассказать? Смотрите мои прошлые видео. Они ведь не менее интересны, чем видео, которые выходят сейчас. Они тоже интересненькие и прикольные. Поэтому можете посмотреть плейлист именно Майнкрафт, который разделяется еще на несколько плейлистов. Не по подсказке справа, вот плейлист Майнкрафт. А с вами был Траллинг Традер. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал. И всем удачи, и всем пока.